настоящий момент мы продолжаем рассказывать о проектах, которые реализует ФМРИЭЛ, крупная строительная компания, специализирующаяся в том числе и на нестандартных объектах. Тема сегодняшнего выпуска – фундамент, возведение которого по праву считается самым ответственным этапом в строительстве дома. От того, насколько качественно он будет выполнен, зависит срок эксплуатации и надежность строения. Самым популярным в малоэтажном строительстве является свайно-ростверковый фундамент. В современном строительстве свайно-ростверковый фундамент дает возможность значительно снизить объем земляных работ и расход бетона. Правильное заложение обеспечивает высокую надежность и устойчивость основания, которое способно переносить воздействие экстремально низких температур и сейсмическую активность. Основные характеристики свайно-ростверкового фундамента дают возможность возводить его в условиях вечной мерзлоты и также при наличии пучинистых грунтов. Наибольший экономический эффект от использования свайного ростверкового фундамента проявляется при его устройстве на глубоко промерзающих грунтах, которые имеют склонность к пучению под воздействием низких температур. В подобных случаях установка свай должна проводиться ниже глубины промерзания грунта, поскольку в холодное время года грунт под воздействием низких температур расширяется и выдавливает фундамент. Но свайно-ростверковый фундамент подходит не для каждого грунта. Если участок под строительство представляет собой насыщенные влагой суглинки, то профессионалы рекомендуют монолитную железобетонную плиту. Внешне данное изделие представляет собой цельное изделие из цемента, залитого в одной плоскости. В отличие от ленточных оснований, монолитный железобетонный фундамент располагается под всем сооружением, начиная от несущих стен и заканчивая межкомнатными перегородками. Безусловно, это может показаться расточительным, заливать такое количество цементного раствора, но у каждого строительного элемента есть свои преимущества. В данном случае это то, что железобетонная плита может по праву называться одним из самых прочных вариантов, представленных на сегодняшний день. Фундаментов. К достоинствам относится и повышенная устойчивость к слабым грунтам, смещению и вспучиванию отдельных участков. Она достигается за счет габаритов изделия, которые значительно превосходят все остальные варианты фундаментов. Поэтому нет нужды в рыте глубоких траншей, так как плита равномерно распределяет всю нагрузку на грунт. Если дом вы планируете строить с цокольным этажом, то рационально будет выполнить фундамент из блоков ФБС или фундаментных блоков стеновых. Их преимущество в быстром монтаже, прочности материала, а также в том, что практически сразу после сооружения фундамента можно продолжать строительство. Не нужно ждать, пока он высохнет и укрепится. Здесь по желаниям заказчика было наличие цокольного этажа. Для этого мы решили использовать сборный железобетонный фундамент из блоков ФБС. Для такого фундамента необходимо прочное и надежное основание. В данном случае это монолитная железобетонная подушка. Она равномерно распределяет нагрузку от всего фундамента и не дает ему возможность деформации. Также каждый ряд блоков формируется усиленной кладочной сеткой, а на углах используется арматура. После возведения всех трех рядов блоков они будут связаны между собой армирующим поясом. Так как большая часть фундамента находится под землей, при условиях нашего климата такой фундамент требует надежной гидроизоляции. Стоит отметить, что еще до проектирования вашего будущего дома профессионалы рекомендуют провести анализ грунта. Это позволит подобрать оптимальный тип фундамента, а значит сделает ваш дом по-настоящему прочным и долговечным. Надоела тесная квартира? Мечтаете о собственном доме? Хватит мечтать, пора действовать. Компания «Аркон» построит дом вашей мечты всего за 3 месяца. Газобетон, кирпич, теплая керамика, керамзитобетонные блоки и каркасное строительство. Мы всегда предлагаем нашим клиентам широкий выбор технологий и материалов. Позвоните нам прямо сейчас и сделайте первый шаг навстречу светлому будущему. Компания «Аркон». Превращаем мечты в реальность. Компания «Аркон» предлагает комплексные услуги по малоэтажному строительству и монтажу инженерных систем любой степени сложности. Мы ждем вас по адресу город Ишкар-Ола, улица Чехова, 70, офис 311, с 9 до 6. Все вопросы по телефону 77 00 34.